Ну а следующий наш материал как раз о том, как реализуется на практике принцип социального партнерства в Кыргызстане. Поддержать молодежь финансово и развивать социальные проекты в регионах. Такую задачу поставили для себя международные организации. Успешные идеи молодых активистов сел и городов реализуются в разных районах страны и пользуются поддержкой местного населения. Далее подробности. Более 10 чиновников из Икульской области, в частности Тюбского района, благодаря молодым активистам начали не только вовремя приезжать на работу, но и экономить бюджетные деньги. Лидеру молодежного банка села Тюб удалось идею воплотить в реальность. Алмаз Абдымамбетов и его единомышленники пересадили чиновников на велосипеды. Мы закупили 13 велосипедов турецкого производства на сумму 120 тысяч сом для наших чиновников. Теперь представители власти ездят на работу на велосипедах. Это экономит средства и время. Спасибо за поддержку компании «Кумтор». Благодаря ей нам удалось реализовать эту идею. Желающих вступить в ряды молодежного банка с каждым годом все больше. Эта сеть охватывает 6 населенных пунктов из Икульской области. Стали поступать заявки уже из других областей. Молодые парни и девушки, которые не собираются переезжать в крупные города, при финансовой поддержке компании «Кумтор» уже в течение 2 лет успешно реализуют свои идеи. Мы поддерживаем молодежь, начиная от 14 лет, заканчивая 28 годами. Да? И каждый молодой человек именно в этом возрасте имеет право реализовать свою идею. Именно в той местности, где он проживает. Цель проекта такова. То есть, Сегодня в Бишкеке на национальной конференции, посвященной участию молодежи в развитии местных сообществ, встретились представители госорганов Фонда Евразии Центральной Азии, основной донор в лице президента Кумтор Гоу Компани Дэниела Дежардена и непосредственно молодежь, активно принимающая участие в развитии своих регионов. Этот проект в первую очередь дает молодежи реализоваться и помимо этого также помогает местным сообществам реализовать такие проекты самим. Проект был рассчитан на 2 года, однако мы решили его продлить и на 2015 год. В ходе встречи молодые и успешные активисты поделились своими идеями с теми, кто только планирует развивать свой регион. Нам бы хотелось показать ребятам тот опыт, который есть у других представителей молодежных организаций, чтобы они обменялись своими результатами, идеями. Вполне возможно, будут какие-то рекомендации для нас, прежде всего, да, чтобы мы могли это все учесть перед работой уже в 2005. За 2 года молодежным банкам из Икульской области удалось реализовать более 140 проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды, на улучшение инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест. За время работы проекта компания «Кумтор Голд Компани» вложила более 300 тысяч долларов и заявила о дальнейшем намерении поддерживать подобные начинания.